Добрый день, с вами агентство недвижимости Дипка Ременькюль и меня зовут Инна. Сегодня хочу показать вам квартиру 1+1 в районе Томюк с шикарной набережной, с хорошим пляжем. Дом у нас буквально в 50 метрах от моря. Сите у нас состоит из двух блоков, возраст здания у нас 2 года. И территория у нас просторная, со своим бассейном, зоной барбекю, детская площадка. Генератор имеется, и скан получен. Наша квартира находится на 7 этаже. И хочу отметить, что дом у нас построен с расчетом на круглогодичное проживание. То есть дом у нас теплый. Пойдемте смотреть ее. Итак, давайте начнем просмотр. Мы сейчас с вами в квартире, в прихожей. Прихожая у нас 4,5 квадратных метра. И что у нас здесь имеется? Здесь у нас есть железная дверь, хорошая, основательная. И за дверью еще одна дверь сетчатая. Так как квартира у нас выходит на юг, хозяева установили дополнительную дверь, чтобы летом проветривать квартиру. Далее здесь вот такой входной шкаф у нас интересного дизайна, цвет приятный. На стенах у нас обои. Далее с правой стороны по прихожей у нас находится санузел. Санузел у нас тоже просторный, 5 квадратных метров. Тут у нас душевая кабина, унитаз, зеркало, мойка большая и вместительный шкаф под мойкой. Переходим с вами в спальню. Спальня у нас 14 квадратных метров. На полу ламинат, стены. С одной стороны у нас поклеены обои, с другой стороны покраска. В спальне у нас также имеется выход на технический балкон. Также в спальне у нас уже установлены радиаторы отопления. Ни для кого не секрет, что в Томюке еще нету газа, но тем не менее застройщик уже предусмотрел то, что как он появится, можно будет без проблем просто завести в квартиру и подключить. Технический балкон у нас 4,5 квадратных метров. Здесь у нас имеется ниша под стиральную машину. Все выводы, краники, стоки, все есть. И над ним провода для кондиционера, для блока от кондиционера. За балконом мы с вами можем наблюдать прекрасный вид на море. Пойдемте далее. Со спальни мы с вами переходим в гостиную, совмещенную с кухней. Кухню застройщик отделил вот такими интересными балками. И переходим с вами на зону кухни. Кухонный гарнитур у нас выполнен Г-образной формы. Фасады глубоко серого цвета. Фурнитура хорошего качества. И во всех ящиках у нас стоят доводчики. Также на кухне у нас остается кухонная тройка Анкастры и установлен вот такой умывальник тоже в цвет фасадов глубоко-серого цвета. Под мойкой у нас получается ниша для посудомоечной машины и вот такой своеобразный обеденный стол. Также над кухней у нас установлен датчик дыма и газа. Далее переходим с вами в зону гостиной. Гостиная у нас вместе с кухней квадратура 27 квадратных метров. И на стенах у нас обои. Хочу подметить, что по всей квартире поклеены обои, но несмотря на то, что в квартире нету отопления, нигде обои не отклеились. Тем самым хочу вам отметить, что в квартире сухо и тепло. Так как застройщик изначально строил этот дом для круглогодичного проживания, и здесь тепло, стены толще, чем обычно. Пойдемте посмотрим с вами балкон.
Балкон у нас просторный, 8 квадратных метров. На полу у нас плитка, вот такая стеклянная перегородка. За балконом мы с вами видим море, он буквально в 50 метрах отсюда. За балконом у нас вид на территорию, на территории у нас с вами беседка, бассейн, детский бассейн, взрослый, зонт есть для шезлонгов, автостоянка, детская площадка и генератор. И на этом мы с вами закончили просмотр квартиры. И что могу сказать? Дом новый, постройка качественная, ремонт качественный, фурнитура, мебель, все подобрано со вкусом, с качеством. Возраст здания у нас всего лишь 2 года. В комплексе 2 блока по 12 этажей. Наша квартира находится на 7 этаже. В доме 2 лифта и скан получен. Если у вас остались вопросы или вас заинтересовал данный объект, пишите нам по номеру. Всем обязательно ответим. Спасибо, пока-пока.